готова. Потом уже перекидываю. Белые лужи, это чьи? Сегодня беседовать будешь? ДГшные белые лужи, это что такое? Кто это? Это в Ростовской, АТ-5. Танковская? Ебанут. Да, там не по... в нее встаешь, она как сейф идет, снижает урон и восстанавливает там единицу. Силу рун, там ману всякую. Сапроты почти дает 100 единиц. Я все-таки сделал ФДК-танка или что? Ебать, да ну. Миллиард игра. Ты сегодня беседовать будешь? Какая соляра? Алара бить надо. Сейчас соляра, потом... Да, блядь, Алара и дальше.
акселяра там 138 ультов где-то. Джимс. Джеймс Кэмерон. Сзади. Сзади Джимс. Уже Лара будем бить? Будем, будем. Сейчас Соляра убьем и Лара. Зацепляю тогда. Да. А там Юля Большого тянет. Не страшно. Иллюжин что не зайдет на Лока. Сидит ссылка на Элине.
А чё, на сумер ход, а чё все молчат? То молчание. Чё, мы соляры сначала? Да, да.
у нас стресса проходка есть? Да, у мифика тоже есть. Ну какого хуя они сидят? Вентилятор где? Масфир, что это за приз? У него проходка есть? Нет. Просто на левел, блин. На 250. На стресс он написал, поймал, молчит. Но он в гильдии ответил. Суманем, консилятор, суманем. Вот куда Лианочка делась, блядь? Она отписала. Короче, Войт, я контролю моба с меткой, остального сами добирайте. Окей? Пачка подходит, трэши. Подходим, там два патруля. Не сокрыть вторую пачку трэш. Где Витя? Хороший вопрос, где Витя? Сагрили, да, все-таки второй? Так я не знаю, кто-то привел, походу, потому что они хуй пойми вообще, откуда побежали.
Старфола не было? Да нет, вот он Старфол, блядь, под контролем. Где рарник щели? Ебать, это ледяная пустошь, электронная, она пустошь дает регененки, нихуя себе. Бис. Народ, а есть места? Есть. Здесь заходи. Есть. Как минимум еще два слота. Что, бьём? Нужно подойти поближе. Я пока не могу прочитать это заклинание. Умерли. Пойдет, блять. Я чё, в танке всех расшатал? Там скорее я разъебал. А меня разъебал Войт. Старфулом. Кроссовцы, блядь. Где-то 30к дэмэдж облетел. Тупо от Старфула. Ну и от Лингрена еще два косаря сверху. Давайте, бежим. Я устал. Резай, Аиш. Нас рез.
Спасибо. Можно сумму? Ставьте шкаф. Он, по-моему, поссать отходил, лишь такой писал. Лети, пока сам сейчас лог придет. Не пуль, Слава. Иди оттуда. Так, а чё, слушайте, следующий каратрес с 4-мя Т4 и Вилаш вообще изевый будет, получается? Там с 2-мя Т5 ДЦ, блядь, будет. Ой, идти. Ой, с 4-мя Т5, с 4-мя Т5. Так, ну и вот смотри, мы в луже стоим, у нас 200 резиста к льду и к огню. Ну, и минус 4% получаемого урона. Ну да, по идее. Это ж вообще дохуя, типа, ну. А вы можете, кто в солах сейчас, просто в медведи прыгнуть, чтобы если вас законтролило, чтобы старфолы, блядь, не нажали? Ох, ебать. Убейте Вадикона просто, убейте его нахуй. Все, найс. Раз, два, три, четыре, пять. Шестерых успел. Нет, там еще большая часть законтроленной умерла. Инстебл в игре не найден. Да, кстати. Упрессон на констебле. Мало то, что с Юлиным 4Т5 будет проще, так еще и ДЦ 2Т5 может засчитывать весь рейд, блядь. Нет, плюс, просто... я думаю, Рома успеет еще к этому моменту открыть 2Т5 на холле пала, это пиздец будет. Ёбаный констебл, просто... блядь. Просто там, по сути, основной урон это огонь и лед, а у нее лужа 30 секунд висит, и она от того резист дает. Считай, как мастер аура постоянный на весь бой. Это, ну, блядь, это жестко. Просто тоже вспомнится, что констебл не найден в игре, блядь. Да, да, расслабься. Ёбаный в рот, блядь, эти ЕПГП нахуй. Смени окно чата просто и все. Ты за пиздец. Сделай так, отдельное окошко под рейд и все. Сделай отдельное так, окошко вот... под... Ну и все. Блядь, пизду. Объясняю, что, как у меня настроено. Да никому и не интересно. Сядьте, похавайте. Не, приоделись нормально. А
У Иши башка в Донина, типа, была, да? Ей подарили. Подарили? На восьмое. Вау, это кто такой, интересно? Не знаю. Начинается. Тебе я уже говорил, кольчуж, кожаны возьми, ТТГ и чарку на хосту. Хосты будет больше в итоге. То, что у нас DC-2T5, вот это уже жирно. И то, что да, у Юли такой мастейв, блядь. Все. Наручи какие. Че, лазермен, вот. Что ли? Кольчужные, нормальные. Ретрики, коты в Т5. Коты в Т5 берут наручи с Халиона. Но это почти как с Халиона. Для Т5, да, там Халиона надо брать. Типа либо с Халиона, либо Критер. Ну, я... Не, есть, как у меня выпали, есть я хотел еще взять наручи. Одни наручи охеренные с этого... Со слепца. Рунки, что ли? Да, походу. Бывает и... Кто это мужа разливает? Давай, не затанчит. Где дамажит? Т5 просто сама или нет? Не, ну я спрашиваю, чьё это Т5? Это Юлина Т5. Там плюс регененки. Я понял. Регененки просто... Можно тактику или нет? Стоишь под боссом, заливаешь метку. Короче, просто бьешь босса, будет типа мини-перефаза. Сначала мелкий трэш, потом выходит опять соляра и два моба, которые хилят. Заливаем метку и дальше играем в босса. На перефазе заливаем второго моба. Будет метка вешаться, гнев астроманта. С ней надо выйти из рейда, все. Не вынесешь метку, это сразу вайп рейда. Самое главное, это вынести метку гнев астромант. Кто танчит-то был? Да, в сторону от рейда, чтоб рядом с тобой на рейнже 10 метров никто не стоял. Хулидринка, ты сам откуда? На чё? Это просто интересно, ничего особенного. С Донецка. Понял. Че, Алиша на всех? Да. Ок. Каску дайте. Сейчас. Каску разбафайте там. Прота разбафайте. А, Лёха спекнулся. Есть, кидай обмен. Чё там ещё? По бафам, инту разбафайте. Куда можно взять баночку из подошвы? Паладины, каску по себе, по рогам. Чё,
Назначить, блядь, ответственных или чё? Инту. А, Танатос один, блядь, еще и не здесь, нахуй. Ладно. Слава, поставь рыбу, пусть все похавают тут. У нас Авелания где-то, нет? Да. АФКшит. Ты ассиста дай. Ну тогда и у Вани забери. Где он там, блядь? Вилани. Выпейте там хотя бы лкашный, блядь. Половины нету, ни масел, блядь, ни фласа. Рыбу сейчас Авелания подойдет, поставит. Чтобы агры не сорвать, не буду пить ничего. Тебе это не поможет? Рыба. Стойте, не пульте, никто. Не пульте. Минус припот, алло. Ну, половину это не пожрали, блядь. 20 секунд. 15 секунд. Ну половина что, без рыбы, ли? Блядь, алло. Все, погнали. 9 да секунд. Она стоит еще, блядь. Аиша, бей, короче. 5 мы секунд прикси. Мы в 3 хила справимся. Геру с пула или как? Геру. Выхода нет, надо справляться. Геру с пула и подкат. Тут у нас всё 3 хила. Бидон выноси. Шелфи. Я мертвый, если чё. В душе. Где ты внутри? Или в душе. Я навсегда избавлю вас от мании. Метку зергаем. И потом играем. Второго босса просто косты кик. Второго моб. Транквила выносит. Блять, каст прошел, охуенно в босс. Транквила выносит. Походу не один. И не один причем. Седжу, там этот Танатос контролит метку, мордаунт выноси. Вы, если что, без метки кикайте. Ну, так-то да. Я услышал перед полом, что было. Ну, так-то он не здесь. Он просто заебал это. Не здесь, ёпта, и всё. Что ты меня перекинул? Я, блядь, забыл, что у меня припод, сорян. У меня припотом стоял. Извиняюсь, дико. Хрей спит. Ну, пусть тогда делает. Нормально. Чё? Почему здесь хрей я? Я не могу везде кикать, у меня один стан. Пасифей выносит. Всё, я дал свой стан. Танатос, ты контролишь без метки. Я знаю, я дегру, я припод забыл. У меня припод стоял.
На Shift E. Я без соляру. Я вчера менял его на роботе. Я сейчас добавлю чуть-чуть. Клинерон выносит. Лужа нормально, такая на кисыпет. Как его убило, блядь? Чародейские стрелы. Угу. У меня крест минуты. Клинер бидона дал. Получается хилы. Моча. На хилов не наезжаем. Да мы на них не наезжаем, просто материм. Просто если мы не на вас, будет. Над фокса на звезду игра. Кастыки. Каст, касту звезды. Я кикну. Меня убил. Клинер в бидон. Блять, по контролю кто без метки? Отбивай. Ходить. Зачем? Шел ферметка. Ну, ему чтобы, сбежались. Блядь, резнуться и... Ну, типа, нам можно резнуться. Ой, типа... То есть, все одновременно. Гнев. Так если, блядь, не убивает, как сдохнуть-то? Просто сдохни, лол. Просто сдохни. Заходить можно? Да. Морг. Кто-то ушел от нас? Авилания, наверное. А Глеб-то здесь? Я-то здесь. Слава, кидай ему пати. Плюс они. Да я уже ГБ полутал. Зачем? Ты реально обиделся на 25 ГП? Чтобы ЕП полутать и компенсировать, наверное? Ну, блядь. Если тут надо быть сноу-вафером, окей. Ты писал, что на сколько отойдешь? Ну, написал. А случится-то могло все что угодно, блядь? Ну куда написал, блядь, если не у компа? Так я тут, в лезе. Я не ною. А так казалось. Лёха, ты так тихо говоришь? Аспект вырубаем. Который Хэлла. Как тихо? А, ну надо тебя походу прибавить. Я думаю, кто так тихо разгаривает? Ну иногда бывает. Мидарк, вставай. Так, вставай, тебя резать не будут. Босс пулит. Войд Фури. Интересно. Это значит, что он Фури? Значит, это Фьюрия. Фьюрия, ярость. Может, Фури? Может, там он Эрза был? Где ты видишь того поиска? Там один в ШП. Мы в три хила били, я не знаю, три хила здесь. Кинь бидону макрос. Он пишет.
Я захиливаю это и без этого. Ну, значит, у них что-то не так. Лёха, сядь поешь. Мордал. Соломаныч, блядь. Амазек, он... Ходи. Трэш. Меда. Катрися Инер победу. София. Бидон. Медфок. Вадикон, закинь в транквилу. Инна. А че, вы в луже стоите, мана же тоже регенится, правильно? Да. Там все регенится. Ну, это типа универсальная тема. Бидон выноси. Донатов.
Блять, сбивайте. Без метки, блять. Ну заебись, мужики, красава. Сбить, сбить. Вроде пивает. Сэджи, выносит. Сэджи, выносит. Заломал. Роман. Блять. У Рарника же 4-5 было, правильно? Да. И что, сейчас в Т4 все равно круче, да, получается? Да. Пиздец. Раз, да. Какой кал. У меня 2Т5-2Т4 еще круче, чем 4Т4. Я навсегда избавлю вас от мани. Это кринж. Вадик. Да. Сейчас сбили, да? Письмо без иллюзий. Кик. Ликосифиль. Отхил. Персори выносит. Катрисия Иннер в беду. Мэтт Фокс Иннер в транквиле. Они не стакают, кстати, лужи? Не. На тебя один баф только висит. И если бы стакались, жесть. Ну, бред бы был полный. И как мне ощущается прирост танки? Оно и так бредово, очень сильно, я не знаю. Ну да, типа очень сильно. Я же собрался сейчас поэтому. Притон. Притон вон. Там... Бидону Иннер дал. Заломаныч. Заломаныч. Канцелятор. Наверное, последняя перефаза. Да, мы жестко сносим его. 7 минут бьем, если что. Нормально. Гировка да еще. Я понял. Раньше сколько мы там 2 геры давали? 19. Один раз в 3 перед первый раз убивали. Да. Но по ощущениям, мы бы тут в 2 хила закрыли это. Пасифей. А вы не в 2 хила? По ощущениям. 4. Нет. 4, что? А кто 4? Мэтт Фокс, по-моему. Нет. Не, он в сове. Коля дринк вынеси. Там Юля захиливает жестко. Питнись, алло. Флойд по откату в бидона, Иннер. Мэтт Фокс выносит. Сколько там процентов должно быть? 20. А, да. Понял. Точно, врите. У хитбокс конченый, конечно.
Мат Фокс, Иннер в бидон окей. Могу гим сдать. Да не надо. Инка. Две. Почти 10 минут. Блять, вот три инка. Опять вот дерьмо, как обычно. Вроде бы. Лут говно. Угу. Че, ноги прикольные. А вы фулл или слоты есть? Блин, слоты есть. Есть, слоты есть. Ну что, я вот пришел, даже когда 20. Вы начали. Чуть-чуть не успел сегодня побыстрее, к сожалению. Плюс можешь. Цена, да, сейчас. Я так что-то так заебался бежать домой, сука. Успеть, пиздец. Ой, ты возьми. Архиль. На воронке были сюда? Пока чисто отряж. А вот мы на вороге. Не, да, давай два хэпала. Ну, давай лучше хэпала. Да. От Фокса мы свекнем в сову. И два хэпала. Или Эвелани в ТД. Или Мардаун. Ну, посмотрим. Вот. Мы заездили с этим. Куда-то Танатос. Ну, он на работу ушел. Он, скорее всего, в ночь сегодня. Хреново. Блядь, где Витя? Блядь, где я? Нет, я думал забрать, если кому-то не нужны. Все, типа, я ж просто списан. Ну, все, все. Что там, ноги нужны? Давай, да. Нет, ты носи, это в Т5 хуйня. Я просто думал сейчас забрать, типа, если, да, если они никому не нужны были. Если нужны, носи. В смысле? Бля, Катрися, хватит, у меня голова сейчас закружится. А что за призма нахуй внутреннего покоя? Триня, ёпта, а чё? А откуда Триня, чё за Триня? Ты имеешь в виду, Мирок, что он взлетать? Типа, будет? Если этот Триня есть у кого-то, то Триня Коготь Алара... Ну это как кружка и гадюка. А вот где к ней подруга? Ну а ещё вроде. Призм в ДД будет. Можно попробовать в 3 танка потом спекнуть. Ну, мы сейчас в 3. А, ну, да. У нас получается 1 на искрах и 2 по краям. Ну, по платформу по-разному. Да, сначала пробуем, потом... Мы как? Также через трэш будем играть? Через что эспри тут? Либо по боссу? Нет, трэш надо переводить на вторую фазу. Четыре танка. Тебе на вторую фазу надо 4-5 пепелов перевести. Так сейчас же они понерфены, ебано. Хватит все.
А по хилам что, в 5 хилов? Что, мне спекаться, да? 4? А кто тогда вот это из них? Из нас? Я говорю, мне спекаться? Да. Что, может для РДД рассказать, что делать? РДД? Стоишь снизу, бьешь босса и искры. Угу. Ты же тоже снизу бегаешь, да? Че, Вань? Здесь же надо больше РДД. Ну, вроде как, да. Ну да, они типа в безопасности. Ну, они тут больше, чем постоянно. Что? Когда он взлетает под потолок, бьешь его, а не искры. Не в сову? Ну, без разницы. Тогда лучше в сове. Ну, мне кажется, да, лучше в сове, потому что, типа, от совы ну, больше. Потому что РДД зарешает больше. Ебать, ебать у тебя спеков там нахуй, ты чё? Кто на боссе, кто на трэш? 5 спеков, 4 спека и ПВП. Полидринг бегает, а про... да? Сейчас апродакс идёт. Я в везде. По идее. А, хилы снизу бегают, я чуть не помню. Один хэпал бегает наверху, один внизу. Мы в прошлый раз все снизу хилили, по-моему. Глеб, по-моему, сказал, и так все прохиливается. Да, оно и так все прохиливается. Ну, все, заебись. Угу, окей. Так, вы же два хэпала, вы же два хэпала хотели. Тьфу, блядь. Это там один этот, ну, блядь, Илья все захилит. Вообще, там ты 5 бешеный у него. На, по второй фазе надо распределить. Кто на боссе, кто держит трэш и кто ответственно выводит... ставит метку, что пардон. Тебе... Смотри, тогда ты будешь ответственный. Короче, всех мобов заводим под босса, и их АОЕшит, и выцепляешь одного лоу хпшного, отводишь... Лоу хпшных отводите к стенке, РДД добивают. Милики не... Бьют босса, да? Да, милики чисто играют в босса. И АОЕшкой заливают мобов. Окей. На второй... Ну ты чё, проанонсите, я тут на второй фазе не был с вами, тогда я ушёл. На, втор... на второй фазе, чё, будем одним компом или на два поделимся? Дурить на влиз зашёл. Ещё продакт скоро будет. На второй фазе, когда он реснится, он будет взлетать и, короче, падать с метеором. Нам надо вот стоять одним компом, поделить лужу, поделить, вернее, метеор. Потом с него вылуплятся два феникса. Фениксов под босса заливаем. Приоритет всегда трэш. Трэш больше хп отнимает у босса, чем просто играть. Сейчас, да. Трэш при смерти толкает, да? Да. Милики поэтому не добивают лоу хпшных. Ну и, соответственно, РДД тоже с упора не добивайте.
Да. У меня почему-то патч как-то криво работает, я освещение вижу. Надо еще работать, короче. Возможно, еще что-то вижу. Какие молнии очень свежу. Вниз? Вниз, вниз, прыгну. Кринж. Мы падаем, нахуй. Я поздно заметил. Падаем. Короче, если голонут будет. Не видите, да, нихуя? Ну да, мне показалось, он типа полетел в сторону, а потом резко наверх я спрыгнул. На воде типа, кони. Там, если что такое, типа, ну, небольшая, типа, заметка, если не появляется пепел, то значит он полетел вверх. Пепел, он, типа, искра, на самом боссе, он да? Искрает. Витя пришел, выпадает, если. Можем еще РДД прибавить. Ну, РДД, конечно, лучше. Милика. Милика какого-то. Но он друид-инвалид пишет вместо него. А что вместо него? ДПС такой себе. ДПС у него хуйня. Он больше хил, чем... Я сначала на керсоре посмотрел. Друид-инвалид сова. Друид-инвалид в тавхила идет. Да. Сбоку вот жив стоит. Редко. У него уже пет ебашит только. Надо, я бы вообще бы дайте лапку и стамину. Кусаку в рейд, МВП хант перед рейдом стоит, перед ходом, бля. На входе просто стоишь. А Кусака в рейде, МВП хант в дискорде Кусаки там скажешь там. Еще можно заметить кого-то. И все. А продакс в рейд. Ну, то пусть меня меняет. Да, можно Милика поменять, Кирсоли какой-нибудь. Меня можно, меня можно поменять. Так, смысл мне... Сидишь. У нас есть мощный ДЦ. Иди на очки, РД нужно. Продокс мощнее меня, он здесь больше меня. Какая разница? Кто там из мили... Какой на ДЦ разбирается в соляном? Да, подождите. Ну, это самое, блядь, ну, нахуя вот этого флот ебашится? Кто там из миликов просто внизу и того меняет? Гамазек, выйди с рейда. А что внизу? Вон призм, говорит, можно его поменять. Лингрен внизу меняйте. Улетел моментально просто. Вот, смотрите, призм, ёпта. А, давайте, я Вилашу и Холидринка менять, да и все. Я тоже могу что-то на замене посидеть. Ну, посиди. Меня не отпустят. Я тебя отпускаю. Ой, дай сестра потерски, да, немножко. Иди, сын мой, я тебя отпускаю. Да боюсь, мне потом стыдно будет. А вообще, я за водой сбегаю и приду. Тут вообще, к сожалению, ничего на меня не падает. Ну, не успел, видимо, призван. Только на кота. На кота и три не плачь, ебан нахуй. Кто-то в рейде был, еще раз надо суммарить. Топоры какие-то там еще падают. Ну, там, там кольцо, конечно, есть. Да, снизу не особо видно. Как это можно не понять, куда он летит? Он либо в сторону, блядь, либо вверх. Там МП5, НТУ. Он там же, там же, когда уголек появляется на платформе, значит он дальше полетел. Если не появляется, значит платформе? Вверх полетел. Вот где ты сейчас стоишь, он когда улетает, он после себя уголек оставляет. Если уголька нету, то значит он вверх полетел. Леха, раскидаем по 5 по всем, да? Он. Ну забей, я уже перестал. Кто-то ебанул.
там насчет этого уголька, там можно быстро сориентироваться по нему. Глеб, по хантам, по магам. Да-да, сяку. Клиповар багается, ебаный. Ну на ханте бей просто. Мелик, иди сюда.